Москве дождливо, ребят. Да. Все, приехал. Ванька меня уже встретил. Двигаемся мы. Естественно, еще не на мясорубку, мы едем за едой. За едой сначала. В Инферно. Потому что как я мог приехать и не отведать новых суши, которые Ваня готовит? Поэтому... Роллы, роллы. Роллы. Чем роллы отличаются от суши? Суши – это кусок риса, и сверху рыба, либо угри, либо что-то. А роллы – это значит… Ну, они круглые, ладно. Роллы, они закручиваются. Блять, это как история с кепками. Что, ребят, все-таки снэпбэги или эти, как их там? Вот такие вот классные. Такие вот классные. Да. Кстати, мы с тобой на мясорубку, я видишь, купаю. Я прям в тему взял. Ты прям вообще, да, боец. Боец. Вот. Погода мерзкая. Кстати, ребят, покажи, что там творится. Там творится? Да. Там тотальный пиздец. Вот. И это мероприятие будет проходить на улице. Ну, насколько нам не повезло, просто вы увидите. Мы скоро доберемся. И... Там вообще жесть. Я надеюсь, у нас хотя бы будут зонтики. Но у нас есть огромный бонус. Мы просто сделали эволюционный скачок, и нам не испортить прическу, да. Дождем. Нам хоть это в плане не страшно. Я тоже прическа не портится. Нам хоть это в плане не страшно. Вот. Максимальная аэродинамика, максимальная гидрофобность покрытия обеспечивает небоязнь дождя. Если мы протерлись, да? Да, 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 близки. Ну все, мы сейчас за едой, потом двигаемся. Да, близники, да, где? Да, двигаемся в Лужники, потом у меня еще будет, наверное, часов 5 до вылета, и поедем с Ванькой кальянку поработать. Там недалеко, да. Кальянку поедем поработать. Вот такие дела, друзья. Вон стоит молодой и кучерявый господин Ленин, стадион Лужники. Мы уже пробрались за сцену, и сейчас каким образом и сейчас мы, надеюсь, доберемся до стенда Body Money. Мама приехала? Мама здесь? Короче, ребят, никого нет. Просто, просто пусто. Отец, я тебя хочу поздравить, поблагодарить. Идет наш Дина. И подарить. Ну, вот так вот бывает при организации. Памятный подарок. Летом под открытым небом, кто не ожидал, пошел дождь. Спасибо тебе огромное, спасибо Александр за Рыжанкин. То, что ты делаешь. Мотивируешь. Очень-очень гаешь. Тысячи, а может быть, жаль, и сотни очень тысяч жаль, людей занимаются очень мало спортом. Людей. Пробнички. Пробнички, не знаете, как мы с тобой. Делать утренний заряд. Я не знаю, почему у Рыжанкина никого, а здесь просто какая-то толпа народа. Ванька, куда они все пришли, так много людей? Здесь, я не знаю. Ребята, сейчас найдем организаторов, где там наши ребята. Короче, это все люди, которые будут регистрироваться на участие в мясорубке. Регистрируйтесь. Да? Ну все, Хабиб, жди пацанов. Скоро всех будут разматывать. И очень круто. Смотрите, Body Money молодцы. У большой сцены никого, а тут просто толпа. Вот так, ребят, проходит кастинг. Первый этап кастинга мясорубки. Я боюсь представить, чем все это закончится. Просто бросок один, бросок другой, без сопротивления. Просто нужно посмотреть ваши борцовские навыки. Поехали, бой! Работаем! Не борьба, еще раз говорю, не борьба, а просто бросок без сопротивления. Амплитуды и броски не делаем. Один.
Давай, давай, давай. Спасибо большое. Все, кто сейчас прошли вот пятнашки и борьбу. Да, да, друзья, я скажу вам, что это реально очень круто, потому что погода, ну, более люто дерьмовой погоды было придумать нельзя. Бодимания собрала больше 1000 заявок участников. Пришло, я думаю, человек 300. И я отсматривал то, как ребята показывали себя как в зоне для бросков, так и в зоне боя с тенью, да, в зоне спарринговой. Огромные молодцы. Я смотрел интервью ребят. Многие из них очень здорово говорят и хорошо себя подают. У них есть все шансы, чтобы стать успешными спортсменами в стиле смешных единоборств. Я еще раз желаю им всем удачи. Низкий поклон, что они пришли в эту погоду, не слились босиком, под дождем, с голым торсом. На мокрых матах они бились, они боролись. Это очень круто. Но мы закончили, и наконец-то я могу поехать поесть свой любимый Цезарь, выпить горячего чая и ждать свой самолет домой в Питер. А, смотрите, как меня Ванька любит, уже кормит. Суши, кстати, обалденные, ребят. Кто живет в этом районе? Это роллы. Роллы, блядь. Слушай, давай покажу вот это, смотри. Чтоб рекламу чуть-чуть сделаю. Вот, смотрите, телефончик и сайт. Короче, я уже сточил, ребят, смотрите. Открывай еще одну. Вообще, это было, ну, нам еще для Даши Наварской, для Сереги Миронова. Нет, там но еще готовится. Одну я уже съел. Вот. Пока ждем тут на складе. Вот. Я, ну, реально просто голодный. Я встал в 6 утра сегодня, чтобы успеть. Потому что пробники вчера забыл взять со склада. Я утром перед самолетом еще заезжал на завод. Вот. Поэтому я голодный. У меня завтрак опять был из протеина. Практически только. Поэтому... Вообще кайф. Вот так вот можно и поработать. Ребят, сорян, сейчас будет немного рябить, потому что GoPro в темноте прям ей не хватает света совсем. Вот. Опа, смотрите. Вот это сервис, братишка. Он специально для вас, представляете себе? Вот это по кайфу. Видите, потрясную менюху сделал Ванька. Просто пушка. Настолько это приятно. Я очень люблю дерево. Меню потрясающее. Кальянный. Кальянчики у Ваньки очень. Не-не, очень материал, он такой бархатистый, это очень круто. Вот если вы занимаетесь, если у вас бизнес связан там с едой, с сервисом, да, вот это такие вещи, они, во-первых, практически вечные, с годами, на кто будет выглядеть приятно, даже может быть лучше, более живой, да, более живая. Даже если его прожечь угольком, она будет выглядеть по кайфу. И вот вам черк при свете, дизайн, как оформлена кальянная. Очень все приятно. Там зона, вы видите, с телеками, Mortal Kombat, все дела. Все очень круто, очень круто. Я уже слопал два Цезаря. Еще думаю, два Цезаря меня ждут перед вылетом. Очень потрясно, очень круто. Прям вот Ванька огромный молодец. Мне очень-очень нравится то, что он делает. Это достойно огромного уважения. Друзья, многие видели у меня в Инстаграме сторис о том, как я хвалил компанию S7, которая сейчас себя переименовала в Сибирь, к своему историческому названию. И, соответственно, за что я их хвалил? Естественно, не за питание, потому что кормят они херово. И не за самолеты, потому что места мне лично мало. Их ширину, и при том, что я, в принципе, не очень высокий, для ног тоже не хватает места. Я их хвалил за другое. В данный момент, именно вот сейчас, там, в августе, с каждого проданного билета они переводят 100 рублей на посадку лесов в Сибири сгоревших.
Но это реально крутая акция, крутой маркетинг, правильное решение. Я лично считаю это очень достойно. И именно по этой причине в Москву я прилетел TS7. Я зашел на сайт, купил билеты именно этой авиакомпании. И что вы думаете? Подхожу сейчас я на стойку регистрации, Петербург, все дела, говорю. А мне говорят, знаете, на ваш рейс продано на 15 билетов больше, чем есть мест в самолете. Я, конечно, сделал грустные глаза котика. На что мне говорят, ну мы можем вас или пересадить-то попозже, на 2 часа. То есть я планировал быть в 12 уже дома, теперь дома я буду где-то там в 2:30 ночи. Либо можем вернуть вам деньги. Я говорю, ну знаете, как бы мне нужно домой. Я говорю, что мне полагается, какое-то поощрение. Говорят, ничего, вообще ничего не полагается, такая ситуация, бла-бла-бла. Там в публичной оферте на сайте по покупке билета все указано. Понимаю, что вариантов нету, говорю, ладно, меняйте билет. Но понимаю, что такой косяк по-любому компания не должна оставлять. Пошел на реклама «Сибирь горит от Анаты», видите, зеленая, а вам не видно нифига. Вот, понимаю, что крупная компания не могла допустить, чтобы за подобный проступок не давать какую-то компенсацию пассажирам. Что же мне дали, я вам рассказываю. Смотрите, это сертификат на 3000 рублей на билет авиакомпании, плюс 2 сертификата по 700 рублей на питание. Конечно, да, у меня безлимитный проход в Priority Pass, в Business Lounge, но сам факт, что молодцы, они абсолютно верно поступили, и, ну, 3000 рублей на билет – это неплохо. По сути, билет в Москву из Питера стоит 5. За 2 часа времени потерянного 3000 – адекватная компенсация, считаю, в целом для… ну, в целом для России. Поэтому S7 все равно в этом случае оказались молодцами. Если у них станут еще более комфортабельные самолеты, побольше места и нормальная еда, будет вообще супер. Вот. Дали мне купоны на еду. Купоны на еду дали. Я пришел в кафешку. Называется она Bad Burger. Довольно-таки симпатично выглядит. Ну, насколько это возможно. Сейчас я что-нибудь закажу. Не думаю, что тут будет еда полезная. Но все же. Я сегодня очень мало ел. Поэтому я голодный, и у меня есть запас по калориям, которые мне можно. Вот такие вот дела. Все, сейчас закажу, и потом по чеку расскажу, что сколько стоило. Вот, цены в аэропорте, чтобы можно было оценить. Вот это, конечно, все выглядит красиво и аппетитно очень. Это все очень хочется. Наверное, что-то даже такое вкусненькое выберу да съем. Кстати, пока на первый взгляд листаю, ну, понимаю, что в аэропорту все дорого, но для цены аэропорта на самом деле даже как-то близко к правде. Вот мне еще нравится ассорти колбасок на самом деле, мне нравится хот-дог. Но ассорти колбасок более интересно, потому что нет углеводов, только белки и жиры. И куриный шницель с грибным... Ух, ребята, как бы тут не растолстеть. Ребра свиные под соусом барбекю. Микс салатов, картофель фри. И говяжьи медальоны с тоже с миксом салатов, помидорчиками. Я считаю, что на самом деле ценник для аэропорта очень приличный. Это, еще раз говорю, Bad Burger называется, Домодедово. Походу сделано с целью, исключительно с целью рекламы пива Bad, потому что ценник очень-очень нормальный. В сумме это 1100 рублей. Я думаю, что 1100 рублей для того, чтобы поесть в аэропорту, мясо, салат, это недорого. Потому что я проходил сейчас мимо, эклер стоил в другом заведении 370 рублей, медовик 420, салат цезарь 840, а медальон с говядиной там был меньше по граммовке, тут 180, там 150, и стоил он 1610 рублей. Поэтому, если мало ли вы в Домодедово, то, ну, я считаю, что это прилично. Это прилично. Сейчас я это съем и, по крайней мере... В общем, мы сделали несколько новиночек. Ну, вообще, по идее, новинки 3. Как позиции из каюшки. Но по сути вещи две, потому что одна в разной фасовке. Так, у меня тут есть две коробки. Опа, нельзя, да? Тут у нас витамин D3. Витамин D3 все знают, это витамин D3 с документами. Здесь 360 капсул, здесь 90 капсул. В общем, это краски тот витамин D, который можно прям повально всем, нужно повально всем. Максимально разрешимая дозировка в Российской Федерации, которую можно выпускать.
И та дозировка, которую можно не боясь применять всем людям, не боясь передозировки и так далее. Вот, а что у нас витамин D, он есть на сайте. Ну, я надеюсь, к выпуску этого ролика на сайт его выгрузят, и он там будет. Потому что обычно сегодня жопа происходит, конечно, с сайтом. Но не суть. Короче, на него будет скидка по промокоду внизу в описании, либо в комменте закрепленном будет информация. Что-то будет связано с витамином D. Может, вот сейчас давайте красненьким ставят, кто не монтирует ролики. Тоже промокод. На сайте dietclub.ru на витамин D. Вот, отлично. Это одна новинка. Новиночка номер два. Коробка, видите, такая черная, страшная. Так, мы вот так это делаем, все. Распечатаем. Это уже более интересненьким пахнет, правда, ребят? Смотрите, что здесь у нас. Баночки черненькие. И чтобы мы подумали, что это может быть, а эта штука называется Мегавит. Мегавит, 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 Мегавит. Вот, друзья мои, я очень красиво выставлю это все. Что это из себя представляет? Это новинка, это Genetic Club Underground Мегавит. Витаминно-минеральный комплекс с добавлением адаптогенов в около космических дозировках, который выпускать официально нельзя, поэтому мы его не выпускаем. А просто вот он есть, его можно купить на сайте genetic-shop.ru, на экране название появилось. Соответственно, витамин D на этом сайте тоже есть, и там способ оплаты другой немножко, чем на основном сайте. Это все написано в условиях заказа, проблем с этим нет никаких. Вот. И Мегавит тоже можно будет скидкой купить 50%, как новинка, в течение 7 дней после выпуска этого видеоролика. Вообще, на что он похож, да, чтобы понимать, на что же похож этот продукт. Да, на самом деле, это банально тупо копия Оптимена. Единственное, что здесь урезано, фитоформула. Что такое фитоформула? Это всякие экстракты и травы, потому что в действительности найти просто было невозможно и купить часть тех компонентов, которые есть в Оптимене. Не скажу, что они сильно нужны, поэтому сильно мы не парились. То, что нашли, добавили, витамины и минералы все в том же составе. То, что поел. Витамины и минералы все в том же составе, поэтому вот вам Мегавит. Очень кайфовая упаковка, новая. Это матовый софтач. Вот здесь она такая прям кайфовенькая на ощупь. И выборочное покрытие лаком. Поэтому в плане упаковки и дизайна очень это приятно, тактильно. Очень круто. Инструкцию, так скажем, я непосредственно писал. Это мои рекомендации, да, тут 3 капсулы порция. Ясно, что их можно любые витамины за раз выпить. Но я рекомендую 2 после утреннего приема пищи и 1. Итак, по инструкции здесь еще это я писал непосредственно. И понятно, что везде бы. Ну, 3 капсулы порция дневная. Зачастую все компании рекомендовали 3 капсулы пить разом и забыть. Просто моя рекомендация, это не обязательно, но пейте просто по 1 капсуле с каждым приемом пищи. Мне кажется, ровный фон поступления витаминов и минералов будет более адекватен, он будет вернее для вас. Вот. Такой продукт. На следующей неделе планируются еще 2 новинки. Также по ним выпущу ролик. Просто с подарками для вас. Скоро ждите, скажем, ну, такой есть миф, не миф о том, что же лучше, да, свободные веса или база. Вот про это я вам сниму, так что подождите, посмотрите, думаю, будет интересно для тоже общего понимания. Ну, все, всех обнял, вопросы все вниз под ролик, все пожелания, мысли тоже под ролик запиливайте, ставьте пальчики вверх, вот так вот. Все, сайты внизу, промокоды внизу, это Underground, поэтому на geneticclub.ru его не будет, он будет только на Genetic Shop. И у наших партнеров по всей России ВОК этот продукт уже тоже готов к выпуску. Все, всем пока.